Всем привет! Всем привет! Утренний завтрак перед садиком. Салатик по листику. Можно там по листику. А меня вообще саранча. Любит все такое зеленое. Я чего включила? Хочу показать. Вот смотрите, что у нас происходит. Когда нет порядка, когда нет места, куда нужно убрать обувь. И вот каждый день у нас вот такое вот. Мне приходится вот это все убирать, как бы в стороночку. Вот. Миша! Что там бузишь? Мама, в общем, мама, мы еще не можно? Заказывали полки под обувь, поэтому вот так вот можно. Все. Очень, мне это все не нравится, это конечно. Можно, да, это листик от салатика. И вот сегодня вторник. Девчонок я снова переодела. Ну, Егор тоже понятно, что переодетый. Они вчера один день сходили в садик. И у них уже все платья были грязные. Зимой, конечно, бывает и по два дня. Ходим в садик в одном и том же. Летом приходится каждый день переодевать. Плюс еще у Снежаны вчера платье. Оно даже до садика не дожило. Ее пришлось в срочном порядке с утра снова переодевать. Хватило только выйти на улицу. А еще, когда я их сейчас отведу, я покажу, что у Егора с шортами случилось. Да, Егор? Да. Ну чего, пойдемте в садик? Егор, выпал еще один зуб. Без зубы у меня теперь. Скоро вырастут новые. Не видно вас тут, наверное. Видно. Садись, Егорка. А я еще салатик. Еще раз всем привет. В общем, обещала Егоркины шорты показать. Сейчас вам Миша демонстрирует. Короче, вот так. В общем, мы тут пару дней назад достали коробку с летним. И Мишка... шорты свои нашел. Я говорю, Миш, давай померяем. В общем, он их одел, присел. Ну, короче говоря, по швам разошлись. Я говорю, ну, придется тебе теперь значит, новые искать. Вчера выдала Егору чистые шорты. И, в общем, вот, несет мне и показывает. Мам, смотри. Я так понимаю, ребенок хочет новые. В общем, вот такая вот еще одна комедия у нас. Показываю свою кучу белья. Неглаженного. Вот все говорят, что я, там, как вы все успеваете. Да мы ничего не успеваем. Вообще ничего не успеваем. Потому что сейчас вот ехать на работу, на бестолковую работу. Почему бестолковую? Наверное, целый влог получится с этой работой. В общем, вечером я это все буду переглаживать. А сегодня бедные дети. Миша, он джинсы в этой куче искал. Рубашку нашел. Я говорю, утюг вон там стоит, пожалуйста. Самообслуживание, молодой человек. Гладим. Сами гладим, сами мнем, сами одеваем. В общем, все, побежали мы, поехали. Вот так у девчонок тоже. Лерка еще дрыхнет. Ну вот, они встают, кровать они не заправляют. Ну, с другой стороны, я где-то читала, что если сразу заправлять кровать, то какие-то там бактерии не улетучиваются, я не знаю. В общем, вот, Вася тоже тут. Ну, Вася более-менее еще сейчас. Хотя бы все остальные игрушки она убрала из кровати. Обычно тут навалено очень много всего, всяких игрушек. Ну, на полках вот они молодцы, они поддерживают порядок. Я сюда вообще не суюсь. Ни пыль не протираю, они все сами. То, что повыше Лера, то, что пониже девочки все сами убирают. Кто еще их похвалит, как не мама? В общем, девочки у меня умнички. У Егора, кстати, тоже в комнате порядок. Когда я ему говорю, что нужно что-то убрать, он убирает. Ну, как порядок? Вот, смотрите, кровать он тоже бросил, вот это все. Но он придет из садика уберет. Пижаму под подушку положит. Вот спортивные они бросили. Сейчас заберу стирать. Так. И на столе он все убрал вчера еще. Все свои рисовалки. Все спрятал. Это он тут сегодня доставал. Трусишки с носками чистые делал. Вот только не убрал. Здесь оставил. Но если все за него убирать, то тоже неправильно. Пусть он сам все это делает. Ну все, мы поехали на работу. Что про работу, я потом, наверное, отдельно сниму. Забрали Егора из садика. Помаши ручкой, Егорка. Привет. Привет. Мы на минутку. Иди сюда ко мне на свет. Сфокусируется, нет. Вот такая пятерня грязная на футболке. Шорты, понятно, все в грязи.
Здесь тоже такое ощущение, что его катали и валяли там в садике. Давай, раздевайся. Что, есть камера грязный. Включена? Камера включена. Скажи всем привет. Всем привет. Скажи, и прямо зуба нету. Ну и что вырастет? Скажи, сейчас нас сегодня будут отмывать. Нас сегодня будут отмывать мама. Нет, я тебя не буду. Тебя Миша будет отмывать, а я буду девочек. А меня убрать. Так, давай тебе постельку убрать надо, а то ты утром ушел, ничего не убрал. Так. Не, Вася сегодня чистая пришла. А Снежка не испачкалась? Тоже чистая, да? Привет.